Огненная трагедия разыгралась в одном из домов по улице Кирова. В минувшую пятницу ночью в одной из квартир случился пожар, на втором этаже, в ходе которого погиб ее владелец, мужчина 1956 года рождения. В подъезде дома еще ощутим запах гари. Тело жертвы возгорания спасатели обнаружили в одной из жилых комнат и вынесли на улицу уже без признаков жизни. Сообщается, что в результате пожара, среди прочего, огнем были повреждены постельные принадлежности, что дает основание предполагать, пламя могло случиться из-за банального курения в постели. Так ли это на самом деле, предстоит выяснить. Большинство пожаров, происходящих ночью, происходит именно по этой причине. В очередной раз хотелось бы обратить внимание всех граждан о недопущении курения в постели, недопущении неосторожного обращения с огнем, потому что большинство пожаров, больше 50% пожаров происходит именно по этой причине, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. По данным Пинского горотдела по чрезвычайным ситуациям, чаще всего пожары происходили в сельской местности. Там в 56 случаях спасатели отправлялись на борьбу с огнем и 32 раза тушили его на территории города. В данный момент наблюдается снижение количества пожаров, однако увеличение количества погибших людей на пожарах. По сравнению с прошлым годом, на данный момент у нас было погибших 12 человек, сейчас уже 16 человек по городу Пинску и Пинскому району. Сотрудники Пинского ГРУЧС не перестают напоминать всем жителям нашего региона соблюдать правила безопасности, в том числе при эксплуатации печного оборудования. Неправильное его использование недавно привело к гибели пенсионера. В еще одном случае жительница Березовичей рисковала жизнью, спасая из горящего сарая козу. При этом она получила термические ожоги 15% тела.